Всем здравствуйте! Опять же таки я Настя. Я сниму вам видео «Школьный макияж». Для этого нам, для школьного макияжа, понадобится обязательно блеск для губ. Такой блеск для губ. Бальзам для губ. Такой вот он. От Fruit Perundin. Дальше бальзам для ресниц и для бровей. Такой. Так. Ну, конечно же, еще нам понадобится. Конечно же, можно просто вот обычной такой подушечкой для личика. Просто я не буду, просто оно у меня было в тоналке. Просто буду на делать, потому что там еще тоналка есть. Я не буду его добавлять. Такой у меня зеркальце. У меня другое, конечно, есть. В принципе, и все. Потому что для школы не все. Я не буду наносить тоналку, потому что я считаю, не надо наносить тоналку. Так как вот, потому что, не знаю, так, мне кажется, надо, не надо политоналку. Итак, начнем. Ну, поставлю зеркальце рядом с собой. И значит, будем начинать. Сначала мы должны лицо привести немножко в порядок. Ой, там, конечно, ничего нет, но там есть тоналка, поверьте мне. Просто мне не хочется добавлять много тоналки. Вот так. Дальше добавляем немножко ресниц красим. Добавляю немножко изящности. Можно даже так сказать. Так. Для бровей и для ресниц. Вот. Кому интересно, что это такое, это бальзам основа для ресниц и бровей. Вот. Она в районе стоит около 100, больше, сможет больше 100, 200, 300, 100. 100, 200, 300 может так стоить. И без для губ. Такой прям, мне нравится цвет его. Вот это такой прям прозрачный, но не снег прозрачный, он прямо такой. Если он здесь куплю с тоналкой, то я вам расскажу. Это тональная пена. Новинка Andrea Museum, Maybelline, Нью-Йорк. Значит, если вам интересно, что с тоналкой, я с тоналкой не пользуюсь почти. Пользуюсь я с тоналкой только по редким случаям, когда, например, на концерте, потому что нам говорят, значит, например, нам учитель говорит, не для вас, не хватит тоналки, поэтому покупайте и мажьтесь. Хорошо. Мы берем и мажемся. Ну, пример мне такой вот школьный макияж. Да. Еще, конечно, было подкрасить. Смотрите, вот он уминает, смотрите, видите, я, например, так возьму, например. Он не упадет. Вот. Он даже это не жидкая, она очень такая прям, знаете, такая хорошая очень. Ну вот, я думаю, что родители пришли в школу, не красили ты, ну, чтобы, знаете, что не там, не наругали, чтобы, ну, самой, знаешь, чтобы перед мальчиком не было стыдно.
Еще я наношу, забыла тебе объяснить, вот такие тени. Это из подружки как раз таки. Вот, если интересно, вот такие тени. Да, вот такие тени. Наношу. У меня камера не стоит прям на месте. И беру я в оттенке светлого больше, либо беру вот такой цвет. Либо беру вот такой цвет. Такие три цвета. Это чтобы в школу, например, если. Но сейчас я возьму вот такой цвет желтенький. Желтенький. И крашу вот так вот. Вот здесь. На верхней. Крашу здесь около бровей почти. То же самое и здесь. Ну, мой макияж закончен. Я с макияж закончила. Поэтому, если вы будете про меня хороший комментарий, если я буду добавлять, если вы будете на вот у меня, например, видео, на каждое, если на какой-то человек, например, будет на каждом видео, например, ставить лайки, и будет мне говорить, например, какая красивая, например, как я, ну, например, ну, молодец, например, то я обязательно добавлю вас в подписчики. И всем пока. С вами была я, Настя. Ставьте лайки, пишите комментарии вот здесь. В следующем видео я, может быть, вам расскажу о моем журнале. Может быть, я расскажу вам, но не знаю еще. У меня любимый журнал, это там, например, Гламур, Упс. Ну, я расскажу вам, там, Monster High, но я вам расскажу это в другом видео. Всем пока, с вами была Настя, пока.